Приветствую, дорогие зрители, на моем канале. Сегодня у нас необычное с вами видео, внеплановое видео. Недавно на TikTok я залила видео, как быстро покрасить ногти. Хочу предложить его сегодня вам. Для этого нам понадобится сок томатный. Это не реклама. Производим покраску. Сполоснем в воде. Все. Ногти покрашены. Многие зрители с ТикТоком так и не поняли, что это была шутка. Было очень много хайпа, было очень много оскорблений. Даже не знаю почему. Наверное, потому что люди сегодня очень жестокие и не готовы воспринимать шутки. Естественно, многие догадались, что это термогель. И он меняет свой цвет в зависимости от температуры либо окружающей среды, либо, как у меня, холодной горячей воды. Теперь я раскрою сам секрет фокуса. Здесь у меня горячая вода, здесь ледяная. Соответственно, опускаю ногти в горячую воду. И они становятся серыми. Опускаю в ледяной сок, либо в ледяную воду, и они становятся красными. Видео, шутка, не более того. Очень много хайпа было по поводу, зачем мне такие длинные ногти. Люди, мне так хочется, и мне так нравится, это мой выбор. И вы не вправе его осуждать. Будьте терпимее друг к другу. Уважайте другие мнения, кроме вашего, пожалуйста. Все. На этом все. Добра и счастья вам. Пока-пока. А с вами была Вера и Василиса.